Анекдот – это веселая сказочка. Выдумай смешная каска. Анекдот – это шутки. Анекдоты бывают ужасы. Но это какое-то такое смешное слово. Все смешная история. Папа любит рассказывать анекдоты. Моя мама смотрит «Рассмеши смешного», потому что там рассказывают разные анекдоты. Мама и папа рассказывают анекдоты, и папа смеется. Я по телевизору видела, Зеленский рассказывает всякие анекдоты. Я анекдоты не знаю.